Привет, дорогие друзья! Посмотрите, какая красивая картинка. Вот это начало дня, я понимаю. Ну что, сегодня бикерники. Очень хорошая погода, примерно градусов 18 тепла, нету горячего воздуха, асфальт сухой, чистая трасса, и я думаю, что сегодня мы будем заниматься каким-то рекордоставлением, назовем таким образом. У меня хорошая новость. Сзади за мной стоит машинка Эдика синенькая, да, или фиолетовенькая. Вот, и как я уже упоминал ранее, у нее плюс 150 коней, у нее полный привод и у нее керамические тормоза. Соответственно, сегодня, так как нам благоволит погода, то я постараюсь на этой машинке сделать очень хороший круг. В этом сезоне у меня было минута 28 и 7, либо 9 на вот этой зеленой M3 Competition, которая полностью в стоке. Вот, предполагаю, что на машинке Эдика я должен выйти из минуты 28. Ну, если, конечно, заехать в минуту 26, там, 9, это вообще было бы круто. Не знаю. Короче, посмотрим. Ждем сейчас выезда. И буду показывать вам. Выехал на немножко завышенном давлении, поэтому необходимо будет сейчас подкорректировать. Сейчас поменяю на бары. Эдика, какой номер датчика у тебя? У меня Эдик, у тебя просто. Точно, там по именам. 3 секунды выиграл. Три секунды выиграл. Ну, после пятого. Да? Красавчик. Молодец. Значит, не зря. Что 3 секунды? Ну, быстрее проехал, чем... ты скинул так много, да? Ну, красавчик.
Ну что, настал тот час, когда я попробую другую машину в бикерниках. Это дико интересно. Так, вроде бы удобно. Настраиваем сидушку. Поставил М1. М1 у нас движок в спорте, все остальное там спорт плюс что можно, и MDM, Traction. Ну погнали. Подрыв. Вау, не знаю, я прям вообще напрягся. Эдик, конечно, прости, но там один момент был такой очень спорный. Вот. Ну, по ощущениям, машина просто летит. Она пушка. Реально пушка. Тормоза, конечно, керамические дают о себе знать. Очень-очень круто. По сравнению с тем, что, ну, то есть я еду на железе, там независимо, что там сейчас стоит Ферадо. Ферадо, конечно, я уже для себя понял, что не самая гоночная история. Но опять же, да, там все-таки стоят Ферадо такие, типа, полугород, полутрасса, соответственно, данные колодки сильно там обзывать нет смысла, вот. Но в целом, очень большое сравнение по тормозам в этой машине. По разгону она просто стреляет, вот реально, руки забились сильно. Она выстреливает. И полный привод, конечно, совсем по-другому машина ощущается на трассе. Вот. Интересно очень посмотреть, на самом деле, какой был круг. Ну, мне кажется, там 27 точно было. Может быть, даже 26.
Круто, ждем. Да, да, да. Я на горке твою уже собрал вот так один да? раз. А что ты поменял? Она по-другому совсем стоит. Ничего? Сток. Сток? Подвеска сток. Блин, круто. Она по-другому стоит. Там есть один такой скетч-моментик, я так двумя колесиками так травку зацепил. Ну ладно. Ну это было очень круто. Костя, ну ты поставил. Да? Все, ёбку, подойди. Она не скинула тебе мощность? Неа. Ооо, 27.1. Ну вот я хочу ехать от тебя. Ну ладно, в двух я еду, в полутора хочу от тебя ехать. Блин. Да? Да. Сила? Сила. Слушай, ну я думаю, что я еще успею. Я думаю, что я еще успею на своей катнуть. Да. 1.34 сразу. Ого. Бля, Костя, спасибо тебе огромное. Да? Прям. Слушай, 28.5 на зеленке на этой на стоке и 27.1 на твоей. Бля, полторы секунды. Что, можно Слушай, сказать? Я еще знаю, что надо сделать. Если бы я с этими колесами бы доиграл, то ты бы еще секу снял. Я сейчас заездик сделаю. Мне кажется, может быть, две десяточки я могу взять, я знаю где. Но уже я прям у себя на грани там. Ну. Я вообще на грани, я тебе скажу. Я на ней проехал, это неуправляемая машина после этой. Во-первых, подвеска другая. Макс говорит, что они по-другому собраны, всегда у полноприводных, гораздо мощнее и жестче. Да? Вот она чувствуется, что она круче, она лучше стоит. Я не понимаю, почему та же самая машина. Ну она вот корова прям, она реально корова по сравнению с твоей. Надо попробовать, значит, в себе найти полсекундочки. Блядь, не тебе, Кость, мне кажется, нет. Блядь, давайте аккуратнее. Ну, второго уровня уже, ну нет, полсекунды нет. Фу.
28.1. Круто. Очень хорошо. Прям на поезженной резинке, на таких хорошо покатанных колодочках уже. Я дал Мехе свою тачку. Я думал, это Меха за мной просто встал. А, я понял. А потом увидел наклейки и пропустил. Я понял, я думал, что ты на зеленке, и потом думаю, типа Porsche, думаю, я уже отсюда, я просто, понимаешь, я на время шел, у меня был лучший круг. И я такой думаю, да, блядь, что ты творишь? Ну что, закончился сегодня наш тренировочный день на трассе Бикернеки. Как вы уже поняли, я приблизился к своей цели. Минута 28.1. Сегодня проехал на зелененькой М3 Competition, которая находится в таком полностью стоковом состоянии. Достаточно были поюзанная резина сегодня была. Тоже уже не супер новые колодки, поэтому, ну, можно, в принципе, было бы выжать больше, но не буду, как говорится, сильно наговаривать очень много хорошего, что можно было бы или нельзя. Считаю, что вот на данном сетапе, который сейчас есть, это очень-очень-очень крутое время. Круто! Я рад. Это не конец сезона, это не прощальное видео. Мы еще с вами в этом сезоне, я думаю, прокатим каких-нибудь 2-3 разика стабильно тренировочку. У меня еще припасены покрышки Pilot Sport. Опять забыл. У меня еще припасены покрышки Pilot Sport Cup 2R. Они самого мягкого компаунда. Я думаю, они очень хорошо должны дать время. Это не факт, но я считаю, что они должны дать время. Вот. И на всякий случай, если не хватит колодок, то обязательно... Также есть другие более злые колодки, нежели чем вот эти полуспортивные Ferrado, что тоже даст больше, ну, какого-то оптимального торможения. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось, ставьте лайки, комментарии, там пишите все дела, отправляйте мне письма, почту. И вот так. Yeah.